А всем здорово, ребят, с вами, как обычно, Сафари, Рунтик и Турбо, и сегодня мы играем в Брик Рикс, и сегодня у нас будет такая идея, как снайпер против ракетчика, ёп. И Турбо стоит у нас на девятиэтажке, будем так говорить. Фига себе, девятиэтажка. Я еду на машине и буду пытаться его ушатать с помощью базуки. Ну что, ой, ребят, что значит повышенное число? Мы же даже не поздоровались. Всем привет, короче, ребят, да, мы продолжаем запись, и сегодня у нас будет снайпер против чувака, который стоит на крыше авто, а чувак, который стоит на крыше авто, может взять абсолютно любое оружие, то, что ему удобней, то из того будет стрелять. В общем, ребят, у кого какой характер, тот из того и стреляет. Все, погнали. Да, в общем, задача этой тачки — доехать до аэропорта, моя задача их уничтожить, но, в принципе, задача их... Доехать до аэропорта, я это уже сказал, по-моему. Слушай, Турбо, ты тут чепуху, это как бы народу не неси. Наша задача снести твой... Ух ты ж! Дом сейчас... Да-да-да, я перепутал выпуски. Перепутал жизнь, ну ладно. А если я, кстати, попаду... Оп! Ой, блин! Так, ну знаешь, у меня есть еще пару зданий. Я знаю, порой, у меня есть еще пару зданий. Этот сафари следи, на каком здании он сейчас будет. Я вижу, где он. На этом здании, да, я сейчас прыгнул на здание, на котором нет этого баллона, который взрывается сразу. Опа! Воу! Минус Рунтик. Нифига, вы улетели с моста, вот это было круто. Так, сафари, погоди, восстанавливаемся, запрыгивай. Все, я подъехал. Залетай на машину. А вы где? Погнали. Соси. А, вон. Давай, стартуем. Минус сафари. Так, это Сафари, ты... Неприятно. Сафари, погоди, а ты где в городе, короче, это, ТП-6, а я, короче, буду приезжать тебя забирать. Я вот здесь, короче, за тебя. Я понял. Блин, ну ладно, мне обратно, я думал, ты сейчас как-нибудь по пути сделаешь. В принципе, ладно, ребят, тут мы... Да что ты все по мне, это больно? А подожди, а вон Сафари, вижу. Так, он сейчас летит. Минус Сафари. Так, работает турбо-турбо-профессионал. Погнали. Давай, все быстрее. Чем больше стоим, тем хуже. Ой-ой-ой! Ты прямо в него попал. Так, вот это там какая-то. Ребята, полетела. Но у меня осталось, в принципе, последний небоскребик, который последний. Мне нужно защитить. Уже с этим, да, как его, с газовым баллоном. Во, ты что, видишь, что ли, нас? Конечно, вижу. Я же глаз-алмаз, турбас. Ой! Да! Вы там что, у вас колеса поотваривались? Так, минус Сафари. Блин, Сафари. Я заспамился, оу. Я внутри! Я в машине стою! Давай, Турбо, из базуки нас! Сейчас, давайте, короче, теперь моя задача — отвезти Сафари. О, Рунтик, ну ты задавил своего друга, зачем ты это сделал? Блин, я думал сейчас... Бывает в жизни огорчение, так, а попадать сюда? Не. Воу, это прям было над моим ушком пролетела пушка. Сафари, тихо. Так, а вы где? Папам. Я вас понял. Папам. Я вас не вижу. Папам. Вы прячетесь? Сука, чё там мы широкие? Не лезет, бля. Ты чувствовал, когда не лезет? Тихо. Слишком узко. Сейчас я вам сделаю проход. Не пали контору. Ну чё там с базуки херачит? Пролетаем! Воу-воу-воу-воу! Тихо. Сафари, готовься, сейчас будет кино. Тихо, дом ещё жив. Дом ещё жив, это значит... Сафари, пощади! Прям близко было, это было очень близко. Всё, и давай теперь, короче, мы уезжаем. Крутые пацаны не смотрят на взрыв здания. Все, давай, взрывай здание, давай. Слушайте, нужно сдать какой... Не, стой, надо на машине обязательно, чтобы это было красиво. Это должно быть красиво. Только попробуй сейчас его завалить, это будет просто. Он только бежит на машину, а все. Давай, погнали, взрывай его. Нет, пожалуйста, нет. Крутые пацаны не смотрят на взрыв. Только я посмотрел, ну ладно. Не, ну ребята, я в принципе, мне кажется, держался достаточно долго. Красавица держалась до последнего, ребят. В общем, Энтони играет в Брик Рикс. А, кстати, я сейчас... А, погоди, о, ты что? Самоуничтожился. Так. А, это я думал, ты попал. Ну что? Ребят, да, теперь я буду на здании, а вы будете меня уничтожать. Короче, ребята, мы продолжаем. Теперь Турбо на крыше машинки стоит с базучкой, Сафари за рулем, а Рунтик на крыше небоскреба и... Да. Я закончил. Там, в смысле, где вы? Я вас найти не могу. Погодите, его начинать-то. На нахер. Ох ты ж. Так нам же лучше, чтобы вас найти не могу. Я вижу вас. О, вот это, блин. Ой, Сафари, ты чё? Что это было? Пока они перевернулись, я что хочу сказать. Вы знаете, что сейчас только что было? Нет. Я включаю прицел, и я вижу, как просто на меня летит выстрел, прям мимо меня пролетает. Ну, это стандартное, как бы.
каких-то ситуациях. Блин. Ты же, блин, опять такая же фигня. Так, ладно, я понял, мне надо целиться. Ой, тихо, тихо. О, это было так, что я чуть не закончил ролик. Так, подожди, Сафари, подожди. Стой на месте. Да стой. Давай без лишних действий. Ты меня задавил. Да, блин, Рутик, да подожди ты, дай мы сядем-то. Да, да блин, вы фигли так ускорились, то есть вы сейчас упадете. Вау, как это просто, ты остановился на месте и упал. Куда я полетел? Оу-оу. Так, просто. Сафари, подожди чуть. До свидания. Ладно. Блин, не попал, в смысле? Она же летела четко. Стреляю в эти, в бочки. Да я пытаюсь, просто когда едешь, я еще не привык. Да блин, я спрячусь за своим телом, ребят, бочки. О, да, блин. Прям меня попал. Выглядит красиво со стороны, на самом деле. Так, Рунтик, ну у тебя есть еще два здания, в принципе. Блин, не попал. Так, а Рунтик, а ты где вообще? О, ну-ка. Сейчас, секундочку. Блин. Блин, он на нас падает. В смысле? На нас дом упал. Так, ну что, Рунтик, у тебя еще одно здание? Стоп. Подождите, ребятки, вы еще не все. Я же был не на здании, я же спустился. Я хотел сделать подарок Рунтику. Я понял, я хотел подняться. Встать на лифт на машине. Блин, ты что делаешь-то? Подарок пришел из... О, лол, чё? Кто умер? Что, я просто вышел из машины. Рунтик, ну, в принципе, у тебя есть еще одно здание, если хочешь. Да, короче, ребят, продолжаем. У меня есть еще одно здание. Так, Сафари, ну что, поехали, убьем этого козла. Погнали. Просто обменялись патронами. Просто такой минчик здравый был. Тихо. Я думал, это тебя попало. Это было очень близко, я прям... Странно, как нам не снесло зад машины. Блин, мы как будто во Вьетнаме. Флешбеки. Ух ты ж, блин! Тихо! Брекеты! Спасай брекеты свои! Так, тихо. На! Друг друга! Друг друга, да. Отлично. Так, Сафари, подожди чуть-чуть. Все, беру снайперку. Я не чью машину пока что. Тихо, Сафари, подожди, не шевелись. Так, все, едем. Блин, Сафари, куда я плохо стрельнул? Да, есть минус Сафари. Сука. В смысле минус Сафари? Сафари не трожь. Блин! На! Блин, просто Рунтик. Меня тоже не трожь. Мы не успеваем, просто не успеваем отъехать. Да, блин. Все, запрыгнул. Давай, сейчас выезжаем, я стреляю. Опа! Ах ты ж, блин, в смысле? Фух! Все, ребят. Ну это было плотненько, Рунтик просто уже приноровился. Да. Рунтик приноровился уже стрелять и снайперки, и сусусу. Так, ну в принципе-то что? Сейчас. Подожди, в смысле? Ты понял, что произошло? Ну... Я вроде стрельнул в твой патрон, и он взорвался в воздухе передо мной. Ты наркоман. Стой, погоди. Этот, да, давай попробуем стрельнуть, короче, сейчас. Вот я, этот, не, поверьте меня. Я тебе буду... Да, я тебе буду сейчас стрелять, короче, базуку, и на счет три ты стреляешь с базуки. Раз, два, три. Блять. А, блядь, ты в кого стреляешь, блядь? Ну, это было опасно, это все. Просто стреляем мне в базуку. Ты кому говоришь? А, погоди, это кто стоит передо мной? Это я. А, ну вот, да, давай. Сейчас, раз, два, три. Блять, ты немножко запоздаешь. Да в смысле запоздаешь? Это пинг, давай, хорошо, я понял. Я буду на 2.5 стрелять. Давай, раз, два, три. Пацаны, это не работает. Короче, да, забей. В общем, теперь Сафари будет на крыше. Сафари на крыше, я за рулем машины, Рунтик на крыше машины, йоу. Я говорю же, я человек прагматичный и, блять, что ж такое-то со своими зданиями. Все, продолжаем. О, ох! То есть, ребят, никаких эмоций. Просто, понимаете, это было... так сказать, предрешено тем, что я стрелял по зданиям. Почему говорю только я? Ребят, поддержите меня, пожалуйста, лайком. Потому что ты пошел. Я хочу тебя... Блин, я думаю, тебя скину. Блин, а вот отсюда сложно уже попасть. Ой, все. Ух ты. Еще взорвал здание, что ли? Да, теперь я беру снайперку и... Так, теперь я перемещаюсь на другое здание. Да. Я опять с пропаном, сука. Это был возглас отчаяния. Я уже без этого, без автомата, я со снайперкой. Так это же не попадешь. Да. Рунтик, правее встань. Я понял. Рунтик, прыгай под обстрелом, прыгай на тачку. Все, поехали. Игра под обстрелом. Так, стоп, давай, газуй. Да я газую. У нас машина не едет, я починился. Тихо, ну что ты... Ой-ой-ой, Рунтик, я знал тебя как героя. Погоди. Все, гони. Гоню, ну, капец, кстати, обстрел. С автоматом, мне кажется, поинтересней. Блин, ваш Шубер приехал, подожди. Да что такое? На! Рунтик, пали по нему! Рунтик, ты куда, блядь, спрыгнул? Ты понял, что сейчас было? Ты прыгнул на капоте и получилось катапульта, блядь.
Блин, интересно, что будет, если бы в этот момент еще Сафари там вот сзади стоял, его бы отнесло? Сзади, тебе лишь бы только сзади. Блин, я плевал монитор. Так, ребят, давайте без подробностей. Так, лифт наверх. Сафари, Сафари! Рунтик, стреляй, давай, давай, стреляй. Давай, погнали, стоп. Лифта там нету. Ой! Что это было? Так, все, у нас спецназ. Это кто упал сейчас? Это я. Здание падает. Так, ребята, ну все, в принципе, мне кажется, нормально. Сейчас все получилось у нас. Сафари держался до последнего. Короче, ребят, мы решили сделать еще одну. Здесь дали и дать. Фу, блин, дали дать. Решили дать еще одну попытку Сафари. Да блин, во, гони, просто. Да что ты делаешь? Я починился, два с колеса отвали. Да еб твою мать, подожди. Все, гони. Короче, ребят, наша задача доехать до аэропорта. А, согласен. Ах ты, нихера себе. Все, давай, у тебя последняя жизнька, если я тебя завалю, то мы выиграли. Если ты нас завалишь, то ты победил. Так, блин, перезарядка, стой. Перезарядка, все. Ух ты, а, он с базуки, что ты делал? Он с базуки, да. Ты не так не попадешь. Ай, блин, я прям вижу, как этот снаряд летит. Блин, ты очень близко стреляешь. Это да что жесть. Ты такое? Я просто прямо еду. Это прикрыть, чувак. Не агрись на это. Просто ладно. Принимай это со спокойной душой. Да как по тебе попасть-то? Да, попал! Это ребят, было, да. Тихо-тихо, блин. Опасно, я чувствую себя, знаешь, когда... Да что ты? Да что ты... Почему я это вперед и все телепортирую? Я не знаю. Почувствую, когда я вообще по ним не попадаю, они просто сами сядут. Это норма. Самоликвидация. О, есть! Все. О, ну все, да. Да, ребят, давайте, наверное, все-таки уже будем заканчивать, потому что уже какие-то проблемы начались, и телепортируются. Да, Сафари, лети к нам и закончим вот здесь, рядом с этим красненьким москвичом. Даже москвич? Давайте, давайте. Рунтик, а ты москвич? Нет, 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 нет. Я буду танцевать, чтобы вы... Я выпрыгнул из тачки ровно в тот момент, когда ты стрельнул. Так, ребята, давайте прощаться с нашими зрителями уже. А почему я зеленый, а вы желтый? Я стрелял ровно 5 минут назад. 5 минут назад. Дискриминация. Ладно, ребят, короче, если вам понравилась эта серия по игре Брикрикс, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналчики, все ссылочки будут в комментариях или же по ссылке в Сибирь. Всем удачи и пока. Пока-пока. Фига себе.